Все, мы в Москву. Сити. С пчелкой даже. И не сдали никуда. Просто не взяли. Да говорю, не сдали тебя никуда. Даже я на месте. Еду к идее. Куда? К идее я еду в гости. Стоит, залипает. Ворон сюда. Что ты там залипаешь? И тут вообще-то у них сегодня годовщина. Год и 7 месяцев. Посмотрите на лица этих счастливых людей. Мило? Это очень мило, да? Мне цветы подарили. Да я тебе сосиску. А, я врезалась сосису губой. Сосиску, которая у нас уже есть, рыжая. Там в пакете. Мы в Москве. Ехай! Здесь все. Гена, нет. Стас, Турбо и Дюша Метелкин. А я кто? Никита везде побритый. Да, получается. Я встретила девчонок. Ронни Бамбони, Крис Мисс. Там где-то Кристина Захарова со своей самкой. За деньги, да, за деньги, да. Вот, я у нас сегодня... А мне подарили букетик. А мы его уже съели. Ну, ничего. У нас сегодня с Крис год и 7 месяцев. Я подарила ему такого медведя просто. Ну, мне показалось, что будет миленько. И цветочки. Вот. Но я не сразу поняла, что цветочки шоколадные. Поэтому сразу передали цветочки Лизе, потому что Лиза любит сладкое, Лиза любит шоколад, пусть кушает. А, и вот Ангелина. Привет, привет. Она соревнуется со всеми, кто хуже, блядь. Пока она выигрывает. Наше путешествие. Турбо. Закончено, мы в Москве, ебаный в рот. Еду к идее сейчас. Смотри, какая растрепанная, боже мой, меня где-то скала, блядь. Точно не в соседнем вагоне от них. Серьезно, давай. Так, паспорт мы не снимаем. Вот такие нужно делать подарки. Это мой родной город, это очень символично. Я хочу, чтобы ты вот радовалась. Как это мило. Все, можете репостный кружочек у меня в ТГ-канале. Всем пока. Хайпажорка. Спасибо.